Мария Кожевникова, знаменитая актриса, широко известная благодаря «Универу». Родившись в спортивной семье и достигнув мастерства в гимнастике, она выбрала путь актерства и кино. Но не только роли делают ее особенной. Активная политическая деятельность, участие в общественных организациях и попытки стать депутатом. В 2013 году она представила миру своего избранника, бизнесмена Евгения Васильева, и вместе они воспитывают троих детей. Однако карьера и слава имели свою цену. В 2021 году Мария открыто говорила о своей борьбе с депрессией и проблемами со здоровьем. Сегодня она сосредоточена на здоровье и семье. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.